Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка-Крошка, Кейстарс, Фокс, Плеймаркет, Кисми Угабуга, Флайн, Гусанек, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Здравствуйте. Я сегодня в мастерской нашел очень классную необычную карту. Я решил, что на этой карте мы будем делать побег от аниматроников. Если пейте, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем веселиться. Давно не начинал первым, поэтому сейчас я покажу вообще, как надо профессионально всех убивать. А где Максим? Вы смотрите вот тут вот. Ох ты, блин, еще чуть-чуть бы и схватил. Я представляю, как бы ты отмазывался. Первый. Мне кажется, попадал. Ты стал хуже играть. Давай, гони, я их тут буду ждать. Тихо. Давай. Внизу ждем. Отлично, хорошая тактика, кстати. Смотри, ах ты. А ты, блин, прыгучий, Спанч Боб. Губка жоп. Максим, а ты где? Я обхожу. Назад бегите. Давай, будем их окружать. Но я ж на дне океана живу, поэтому я и прыгу. Вон он по низу пошел. Мишка, а с другой? Пройди. О, огурец бежит. А, видишь, он бежит. Другой. Надо им засаду устроить. Блин, засада. Он плохо перепрыгивает. Засаду. Вот засада, о чем я и сказал. Блин. Я двоих сразу убил, ребята. Вот это была очень классная тактика. Вы ожидали, что я его сдал за углом? Какая же ты крыса? Вот это было сильно! К нам бежит, бегите. Ребята, этот момент заслуживает 100% лайкосика. Я хочу попросить, давайте добьем до 2 миллионов. Осталось немножко. Давайте попробуем еще применить раз эту тактику. Называется крыса. Крыса Дима номер 2. Блин, ну ты молодец. Блин, да это ты! Наверное, два дурачка встретились. Я хотел так сделать. Смехите. Слушайте, Дима, а расскажите-ка мне поподробнее об этой тактике. Она крутая? Она очень крутая. Иди сюда. Поймал? Красава, Кистарс слился. Кистарс, не трожь меня, я твой друг, брат. Я сейчас тебя убивать буду. Вон, Кистарс, убей брата огурца. Так, подождите, а кто еще живой? Я. Саня. Я еще жив. Так, делаем засаду. Внутри нельзя. Кошмарно, не беги вот эту сторону, вот эту. Там стоит за углом. Понял, спасибо, Саня. Я гоню, пацаны. Делайте засаду. Это рабочая тактика. На этой карте это классно работает. Карта вот очень необычная. Гусанёк сказал, что какие-то текстуры странные. Нормальные текстуры. Unreal Engine 5. Необычные. Блин, Саня, двое. У нас двое осталось, блин. Убиваем кошмарного. Так, сейчас же выяснится, кто лучший игрок. Это я. Вижу. У кого очень высокий интеллект? Не меня! Нет! Я знаю, как засаду. Все, я последний. Идем, Гусанька, тут я его должен лично убить. Все. Блин, Гусанек, ну ты победитель. Я первый раз. Он и начинает. Я тогда начинаю. Осиное гнездо. А если он резко забежит и замочит. Максим, сзади! Сзади. Дурак, Максим, что ли? Да чего ты сзади он был там? Он заныкался в одной из этих там пространств. Значит, я Сквидвард. Иди проверь. Иди. Не, я не боюсь. Иди сам. А вот он. Внизу, Фокс, беги. Фокс. Вот он. Фокс. Давай, гусанёчек. Слабак. Он меня стопит. Да, Максим, мы с тобой затащим. Фиг тебе. Ой, где он? А, блин. Нормально, у тебя 4000, ты чё? Чё я тебе сделал? Так ты первый меня ударил. А, вы хотите драку на монтировках? Я сейчас Да не, пацаны, все, хорош. Он за стенкой спрятался. Он все равно убивается одного раза, так случилось. Вон он. Бегите. Он крысит, он на крысу играет. Пацаны, бегите. Бежит, ну не стопьте. Не стопьте. Блядь, я ничего не делал. Пацаны, вы чё гоните? Он там что-то стоял на месте, я его убил. Убей Фокса просто. Они стопили. Фокс, я тебя убью. Еще. Он не допрыгнет. Да ну это высоко было. Что за фуки игры? Я же сказал, бежи. Да блин, я думал, что я все-таки выиграю. Кто и дикий страх? Че я? Да вот нужно бесить. Есть! Это называется засада. Я тебя караулил все эти часы, следил, как ты живешь, где ты проходишь, и поймал тебя. Прикольно тебя подловил, испугался? Я бы скакался. Так, кто еще живой?
Я. А, нет, я не я. Ты что? Кошмарный кошмар. Идите, ну не палите, ну вы бесите. Есть! Хорош! Так, кто это у нас тут бегает? Иди сюда, мальчик. Фоксик. На тебе! Кого? А, это кто? Кто выжил? Это кто, я. Кто живой? Все, ты кто последний был, ты выиграл. Огурец был. А, я выиграл. Да, Фокс выиграл. Огурец еще живой? Нет, огурец живой. А, не понял. Так, стоп, мы же огурца вроде бы убили. У нас два огурца. Вижу, бежит под... Следите, вот он сейчас будет прыгать. Так, осторожно. И я его в воздухе. На! Ну что, очередной раунд, где я должен точно сейчас затащить. Все. Никаких поблажек. Я уверен, я выиграю в этой раунде. Я выиграю, увидишь. Вон он бежит за вами, сзади. Бежит! А! Блин! Хавай Диму. Дима, иди ко мне. Беги! Саня, ты меня защитил, спасибо. Это жесть, он меня застопил, чуть не обосрался от испуга. Ну, так, пацаны, только не поддавайтесь, давайте хорошо играть. Здесь такая карта, как под паркур, да, запилена? Да. Сюда. Это для меня карта. Так, бежит, я вижу, ну ладно. А что ты и в этот раз оторвемся. У нас один-один. Вот, как красиво можно здесь прыгать. Дима, давай ко мне. Я иду. Вот сейчас уже этот раунд, когда все натренировались, и поймать сейчас будет очень сложно. Прикольно, что он будет страдать теперь. Мне это нравится. Или сделать... Или должен кто-то сделать ошибку. Я думаю, что это будет Максим. Да. Да, где ты? Я тебя не вижу. Ты улетел за карту, может? Нет. Я как раз на карте сижу рядушком. Ну, правда, рядушком. Я вас не вижу. Рябушком. Не... Ладушки. Он нажимает контр, у него там получается только башка торчит, да? Ну, Дима, страшно? Зачем ты там прыгаешь? Он тебя убьет. Не случайно, я проверить. Страшно, да, пацаны? Очень. Непонятно, где он сидит. Ну идите, пройдите все там, вот в этой вот штуке. Нет, Дим, давай ты идешь, пройдись туда по прямой. Нет. Да, Дима. Давай. Вот он. Где? Бежит. Вот он. Бегите. Быстрей. Спалили. Если я умру, я фоксить. Вы что гоните? Блин, Плеймарк. Ну Плеймарк опять ему поддался. Нет, он не поддался, Фокс его подставил его. Страшно? Да блин! Да ну не надо, ну пожалуйста, пацаны! Лох. Я лох? Да вы не играли на лоха, ты что, гонишь что ли? Ну ты же сказал, я проиграю. Да я сейчас красиво должен был выиграть. А вот он, это кто? Подловили меня. И когда много, это уже опасно. Кто это? Ты должен был, но не... Так, делаем подставу. Их там миллиард. Дима, ты очень это плохо смотришь. Прям сзади их чувствую. Вот взял и убежал от меня. Куда ты, Дима? Тихо. Привет, дружище! Подстава выполнена. Вот гусь бегает. Беги, Саня, беги. Бегу. А Максим, ты еще жив или нет? Я живой. Че, гусенек живой еще? Да. Вижу. Я живой еще. Так, я его преследую, он от меня не уйдет. Я его вижу. А он делает тактику, чтобы не забегать в эти козырьки. Потому что знает, что ему и жопа. Ну потому что только так можете убить. Привет! Зачем ты меня убил? Максим, бежим. А он найс убили. Да он всех убивает, неадекватный что ли? Вот конем делаем, пацаны. Я живой, я выиграл! Молодец. Да, молодец. Максим. Я поймал его. Бил. Ну, я Максима в воздухе мочу, смотрите. Блин, не удалось, красиво. Окружили жестко тебя мы. Ну я зато выиграл. Последний раунд PvP, берите все аниматроников. Любых можно брать, какие хотите. Раунд начался. Это Дима. Это не я. А это ты. Ага, стоять! Ты думаешь, ты уйдешь? Давай, иди. Я тебя съел! Я тебя съел! Читер! Ой, блин, я под текстуру аж залез. Так, отлично. Просто надо правильно играть, ты не умеешь. Я поддался. О, давай, я тебя убью, ты готов? Нет, иди. Не бойся. О, у меня зависло, найс. Она. Отлично. Ну, давайте, Дима, будете сзади, бороться. Сзади, Дима. Ты обманул меня, блин, чуть мышку не сломал. Так, ладно, пошел я на охоту. Я уже вижу, многие посливались, пора добить всех. Там нет никого. Саня свой пони.
Блин, где аниматроник хоть один? Вижу. Вот. Так, ну что, мы с тобой сейчас всклеснемся в жесточайшей битве. Кто же лучше, кто же интересней? Так, стоять! Куда ты убегаешь? На тебе щено! Ага. У меня проблема. Проиграл. А я не могло. Кто же лучше аниматроник? Давайте, пацаны. Не бойтесь. Я за Угабугу. А, блин, косячнул. Ну ладно, ничего страшного. Я за Угабугу. Я тоже за Угабугу. Давай. Блин, Кисмин, молодец. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока.